Всем, ребята, привет, вы на Cosplay, и да, это круиз. И главное, он летний такой. У нас задача в том, чтобы наш кораблик был живой. Главное, провести его через определенные каналы. И давайте поиграем, посмотрим. Хотя бы пару там, 10 минут там, или 15, да. Смотрю, как он выглядит, и просто... поиграть, поубивать время, как раз на расслаблении с музыкой. Шикарно, я думаю, не сложно. Так, ну что, стартанем? Ну-ка, сразу, да? Оп-оп-оп. О-о-о. О, здесь надо сфоткаться еще. Шикарно. Оп-оп-оп. Можем, сможем, давай. Форсаж, форсаж включаем. Супер. Ха-ха, мы успели, нифига себе. Круто, круто. Ну вот так вот, ребят. Так, что у нас здесь? 60, 40, 40 секунд. Даже минуты нету, нифига себе. Ну давайте вперед, вперед, посмотрим. Надо двигаться, вот говорят, типа вперед надо двигаться. Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Полегче. Ну, главное, что мы сфотали, да? У нас получилось неудачно, но фото у нас норм, вроде бы как. Следующий. Так, двигаем, двигаем. Так, здесь еще вот камеру можно поменять, да? Смотрим, 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 смотрим. Идем хорошо. Музон такой итальянский. Та-та-та-та. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-ра-та-ром. Та-та-та. Та-та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. Разворот. Ну-ка, 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 ну-ка. Разворот, разворот, разворот. Ну-ка, подаем газку. Газку подаем, тихо. Маленькое выравнивание, нормально. Идем, идем, идем. Так, здесь у нас же. Ну-ка, чуть-чуть. Шлепаем. Поворот. Да-да-да-да-да, давай. Оп-оп-оп. Оп, ребята. Блин, это вот времена понадобились, когда... когда мы думали, что мышка поможет в загрузке. Когда это поможет? Это забавно. Это забавно. Так, следующий уровень. Так, посмотрим, что... Новый уровень, как я вижу. Так, и здесь...
Непонятно пока еще, что и как. Угу. Так. Ага, вон я вижу, слева уже подготовили нам подлянку. Ну, эдакую... Поворот не туда. Угу. Так, туда, сюда, тихо. Давай, давай. Форсаж, форсаж. Оп-оп-оп-оп. Повернули. О, прям форсаж реальный. Офигеть. Так, ладно. Здесь мы двигаем сюда. Потихонечку. Не будем торопиться. Надо выровнять, выровнять, выровнять. Что-то у нас болтает, как это. Так, выравниваем, ставим сюда. Разворачиваемся. О, опять. Так, разворот. Делаем. Камера тоже надо сделать разворот. Блин, надо бы по ровному, да? Потянуть. И главное, надо успеть. Ну-ка, во-во-во-во. Вытянули, вытянули, чтоб ничего нигде не пострадало на корабле. Вытянули, нормально. Не-не, выравнивай, выравнивай. Выравнивай, выравнивай. Угу, идем, идем, идем. Держим, держим вот так вот. Опять. Да что ж ты, что ж будешь делать? О, фото сделать надо. Take I photo. Take photo. Так, надо будет аккуратно. Туда. Блин, там течение опять, ё-моё. Ребят, ну это сложно. Представляете, за 2.40 надо это пролететь все. Это что, надо штурвал, что ли, специально покупать? Делайте фото этого мавзолея. Прекрасно. Рад. Так, а куда нам надо-то? Мой фон, мой фон. Надо через вот эту вот, ну, воду, как я вижу. Ну, давай. Вперед. Давай, 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 давай. Задницы развернулись. Давай, тяни, 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 тяни. Шикарно. Вот сейчас должен вытянуть. Па-па-пам, па-па-пам, пам. Ну, такие виды забавные. Греция. Так, выравниваем. Шикарно идем. Да, ребят, не так уж и здесь это легко сделать. И здесь ничего не нажмешь там посередине или как-то так. Здесь такое не пройдет.
Нелегко. Опа. Нам еще и разворот сделать надо, вот. Ну-ка. Здесь постоянно надо так дергать. Ручничок. Вперед назад. Так, вперед. Мы сейчас разобьемся на. Может, не стоит? Да. Так, поворот налево, да? Вот так вот. Бам. Выравниваем. Отлично. Майфон. Аккуратно. Двигаем. Есть. Да нифига себе. Мы затратили два раза больше по времени. И... Зато, ребята, сфотали. Ну, так что это... О, следующая страна. Это была Греция. А это что у нас? А это Италия. Италия, реально. Тан-та-дан-та-дан-та-дан. Вот это да. Нам придется по разным этим странам покататься. Мамма мия, Санта Лучия. Ну, будем смотреть, что из этого получится. Музыка, конечно, забавная. Забавная. Алё-малё. Так. Вперед, так. Здесь улочки-то маленькие. Да лайнеры, нифига себе вы. Лайнер-то слишком маленький. Если так посмотреть. Опа, take a photo. Сделайте фото. Take a photo. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Так, развернемся нашу буржуйку. Тихо-тихо-тихо-тихо. Выравниваем. Не задеваем. Отдались, отдались. Оп-оп. Маленький вперед. Ебой. Вообще просто прям. Мы на этом каком-то были. На жутком-жутком повороте. Поворот не туда. Нормально, нормально. Это же круиз. А чего хотели? Это не тяпки-ляпки. Пошли, поехали. Я обещал, что это был последний круиз, но нет, видите, все равно держусь. Так. Вперед, вперед, вперед. Ой, конец, нифига себе, так быстро. А, вот и посмотрели Италию. Кто хотел в Италию попасть, вот, пожалуйста. Итак, ребят. Игру я вам показал, вы посмотрели, что да как. Что-то вам понравилось, наверное, что-то нет. Вы сами решите для себя поиграть в нее или нет, побалдеть. И как вам вообще, кайф, не кайф. И желаю вам хорошего настроения. Если мы, например, ну, просто вы не видели. Если мы врезаемся, да, мы, ну, то есть теряем людей. Вот так, бум, просто разламываем корабли в хлам. Вот, если мы врезаемся, это плохо, конечно. То есть не стоит так делать. Вот. У нас. И типа, попробуйте снова. 3500 погибло. Но мы снова пробуем, да? Поэтому, ребят, желаю вам всяческих побед, хорошего плавания, хорошего настроения. Всем пока-пока.